искали мы, капоты крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не дотянул, совсем немного не дотянул он до посадочных огней. Кто вперед, кто посада, кто снег, кто дожди, сырая палатка. И писем не жди, идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Спасибо. Ну давай, значит, пожалуйста. Подожди, нет, продолжай. Дай мне тоже перекурить, люди уже уходят. Нет, ну дай им все. Хорошо. Кому? Георгий Трофимович просит очень настойчиво, поэтому мы ему дадим слово. Замкомандира полка, наш любимый Георгий Трофимович. Дорогие мои однополчане, я очень рад вас всех приветствовать здесь сегодня живыми. Я вам скажу, что вы здесь присутствуете, элита Советского Союза авиации. Нету больше таких летчиков в нынешнем дне, в том, которые были там тогда. Да, сейчас у нас есть летчики, но это не 54-й полк. Летчики 54-го полка были самыми лучшими летчиками. Согласись. Смотрите, сколько у нас в этом коллективе, да, генералов, полковников, да? Нету ни в одном полку таких. Наши летчики защищали границы нашего государства. Они где-то там были в этом самом, служили в тылах. Или в Сири... Ну, я тоже служил в этом, в Канске. Ну, где там граница какая там? Мне посчастливилось дважды служить в этом полку. После Канского я сюда опять вернулся. Кто из тех летчиков впервые пролетел над Москвой? Кто? Наши летчики. Вот, пожалуйста, сидит генерал-майор Тихомиров, вел эту самую группу по юбилею там 50 какого-то советского, да, было? Союза? Победы. Пожалуйста. Далее. Когда-то американцы сказали, давайте посчитаем, как кто хорошо летчик, кто лучше летчик. Поехали на Аляску, да, в Анкоридж. Вот, пожалуйста, я смотрю фильм, да, как Женя Тихомиров, наш генерал, да, и вместе с американского летчика, да, он хрустальный, этот самый, что-то, самовар или что-то там, да, и они обнялись, да, все обнимались, да, вот, а потом пошли летать. Женя говорит, летаем над нами, над этим. Они говорят, нет, пойдем в море, так было, Женя? Нет, вот, короче говоря, с американцами разобрались. Американцы прилетели к нам, да, полетали на тех истребителях, на наших, они наши, на них. Но мы разобрались, в общем-то, да, что летчики наши не хуже дорогих летчиков. Со шведами тоже разобрались. Да и со всеми. На этом самом, как в Балтийском море мы со всеми разобрались. За наших летчиков, за простых летчиков, за командиров, за летчиков, те, которые не служат. Я всех уважаю. А наша победа всегда была, потому что у нас был сильный тыл наших боевых подруг. И наши боевые подруги тоже служили и летали хорошо. Но моя жена на дежурном домике служила, кормила летчиков. Потом, значит, на Дальнем Востоке, на Новой Земле, планшетистка работала. Ну, что там говорить? Короче говоря, все наши
Жили были. Да, служили тоже. За 54-й гвардейский Керченский истребительный полк. За всех вас я пою. Ура! Ура! Нет, так не пойдет. Дайте командир добавить. Я хотел добавить. Уважаемый товарищ, вот так не кричат, ура. Сашка. За наш. Да, правильно, командир. Гвардейский. Да, командир, правильно. Правильно встает. Истребительный. Керченский краснознаменный. Краснознаменный. Троекратное. Гип-гип. По команде. По команде. Два раза коротко, а третий протяжно, да, с переливами. Гип-гип. Ура! 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 Засняли? Организовали. Да, да. Вам правильно, командир. Вот тут нюансы, они очень значимы. Правильно, да? В нашей жизни особенно.